на свой день рождения посмотрела много-много, вернее, послушала много-много песен о дне рождения. И как-то так поняла, что, ну, не все песенки мне бы хотелось, допустим, на свой день рождения ставить. То есть я сегодня думала, что я учу много-много песен, мы тут потанцуем, тра-та-ля-тошки, тра-та-та, вот. И так подумала, так, у меня люди придут творческие. У меня придут люди, которые ко мне очень хорошо относятся. Почему бы нам не сочинить песенку про день рождения мне? Да? Так, предлагаем название. Как будет называться песенка? День рождения. Чем отличается от других названий? Со восклицательным знаком. С тремя. Так, хорошо. Начинаем. По строчке, Кать, песенка, давай. Как на Ирины именины. Сейчас будем воровать. Так, другие как песни. На Ирины именины, так, Юра. Сели у нее в гостиной. Так, сели у нее в гостиной, так, в гостиной, Таня. Что, разложили карты камни? Разложили карты камни. Не песня. Какая-нибудь басня. Карты камни. Петя? Говори, да, просто. И начали гадать на исполнение мечты. И начали гадать на исполнение мечты. Вы думаете, просто так, что ли? Я ж песню потом напишу. На исполнение мечты. Припев. Припев. Мечта сбывается. Мечта сбывается. Сбывается. Ну, тут там улыбается. Начало давайте мне прикол придумывайте. И пусть улыбается. Кто? Чего? Мечта сбывается, та-та-та улыбается. Сейчас. Давайте. Судьба. Мечта сбывается. Судьба мне улыбается. Судьба мне улыбается. Угу. Это припев, это знак. Припев, да. Он повторяется у да, нас. Да. Судьба мне улыбается. Теперь надо что-то с друзьями. Друзья. Мне помогают. Друзья, сейчас со мной рядом. Друзья. Сейчас напишу еще варианты. Я всегда им рада. Так, мечта сбывается, судьба мне улыбается, друзья со мной рядом. Ну, что там была концовка? Что? Я всегда им рада, Катя. Так, а твой вариант еще какой есть? Есть? Мечта сбывается, судьба мне улыбается. Друзья со мною рядом. Я счастлива и рада. И рада. Угу. Я счастлива и рада. Второй куплет. С тебя? Второй куплет. Первый куплет был. Как на Ирины именины сели у нее в гостиной, разложили карты камни и начали гадать на исполнение мечты. Мечта сбывается, судьба мне улыбается, друзья со мной рядом, я счастлива и рада. Так, именинница счастлива, как это сказать по-русски. Именинница сияет. Именинница сияет. Юра? Тань, подсказывай, если чего. Именинница сияет. Карты счастья подтверждают. Карты счастья подтверждают. Счастье подтверждают. Вот этим искажение занимается. Да? Она песня только так пишет. Да. Карты
эти гадости легче. Именинница сияет, карты счастья подтверждают. Сказку жизни сочинили. Сказку. Или на год сочинили? Сказку. Жизни. Сказку жизни сочинили. Дальше. Или Таня, или Петя? Сказку жизни сочинили. Ну там же типа год успешно запланировали, как-то там сделают. Расписали, как-то разделили, то, чтобы там. Успешно. Сочинили. Мы. Ну, давайте, давайте. Вот эти три человека вообще все творчески сидят, видите, если что, да? У них должно переть просто. Именинница сияет, карта счастья подтверждает. Сказку жизни сочинили. Ей друзья или год успешно. Сказку жизни сочинили. Ей друзья на целый год. Вот, ей друзья на целый год. Друзья на целый год. Дальше опять припев. То есть второй куплет, смотрите. Именинница сияет, карта счастья подтверждает. Сказку жизни сочинили, ей друзья на целый год. Мечтами сейчас бывается, судьба, ну, мне или ей улыбается, да, ну, там, это, друзья, там, или с ней, или со мной рядом, я счастлива и рада. Ну, ладно, пусть, так, там, ей, мне надо будет это рифмовать. Так, третий куплет. Повторяем первый. Нет, третий, последний куплет. Давайте, третий куплет. Игры, сказки, хороводы. Игры, сказки, хороводы. И какие наши годы? И какие наши годы? Какие наши годы, Юра? Рады мы всегда встречаться. Друг другу улыбаться. Всегда встречаться и друг другу улыбаться. А, видите, как хорошо? И друг другу улыбаться. Во! Тебе не сложно было задание? Что, сложное, что ли? Очень. Не, ну серьезно. Серьезно. Так, все, с этим мы справились. Теперь смотрите. Я сейчас вам расскажу одну практику хороводную. Сама я ее никогда не делала, но я знаю, что когда мы сейчас ее будем делать, то я впаду в трансовое состояние. Вот я это просто точно как бы знаю. Состоит она в том, сейчас я вначале суть вам расскажу. Я буду стоять в центре, вы вокруг меня находитесь.